Я ее отвергал, не воспринимал. БАДы, сетевой маркетинг, секта, пирамиды, еще что-то вообще. Но через определенный период времени, когда я увидел, что на моих друзьях, на моих близких начинает этот продукт действовать, они говорят: «Вау, у меня там улучшилось здоровье, я очень полон сил и энергии». Я не мог в это поверить. Ну, люди рассказывают вещи, которые для меня, как медика, звучали подобно чуду. Ну, реально, то есть вот с презентации Марины вы видите, что очень крутые результаты. И через какой-то период времени я решил сам попробовать. Думаю, ну попробую, понемножку, по чуть-чуть. Что же я получил от первых приемов продукции Rain? Когда ты занимаешься большим количеством дел каких-то, то есть это и профессиональная деятельность медицинская, а также поддерживать и развивать несколько видов бизнеса, а еще успеть вечером на тренировку, да, то, честно сказать, хочется, чтобы в сутках было не 24 часа, а намного больше. И когда ты в 10-11 часов вечера чувствуешь, что ты еще полон энергии и сил, то ты понимаешь, это реально работает. Ложишься спать, сон классный, сон качественный. Но второй эффект – это то, что ты просыпаешься раньше будильника. Ты просыпаешься раньше будильника и понимаешь, что ты полон сил, и у тебя есть новый день, который позволит достигать новые цели, новые результаты. Итак, если вы хотите быть здоровы и успешны, я вам расскажу лично свою маленькую историю. Ух ты! Так, расскажу очень интимный отзыв, реально мой отзыв. У меня с супругой очень есть проблема, у нас не получается зачатие. Очень интимный отзыв, правильно? Ну, это искренне, да. Я решил вам предоставить такой вот есть анализ, называется спермограмма, да? Самым, грубо говоря, качественным тестом этого составляется, это количество активных сперматозоидов. И что после того, как я начал принимать продукцию Rain, буквально на выходных я был в Киеве, клиника Надия. Результаты до 12%, результаты после 32%. Плюс 20%. Как вы считаете, результат? Это круто. Это лично мои результаты, мои анализы, я вам буду показать. Осторожно, могут быть дети. Ну это круто, реально, да? Так, следующий слайд. Вот известная фотография, которая недавно у нас в Вайбере у всех была. Это фотография моей сестры, которая работает со мной, тоже относилась скептически к этому всему. Есть результат, как вы считаете? Конечно. Часто Рейном делятся с близкими, берут себе профилактическую дозу и дают близким. Ну, когда ты видишь, что этот продукт помогает, тебе хочется поделиться с близким. Она дала своей маме продукцию, половину, ну, знаете, как отделила от себя. И тетя звонит, говорит: я месяц без таблеток для давления, для снятия давления. Так, конечно, лучше кушать Рейн, чем таблетки принимать, логично? Конечно. Следующий слайд. Давайте посмотрим на то, сколько люди тратят на вредные свои привычки. Ну вот на секундочку, если одна пачка в день сигарет, да, недорогих, 35 гривен, там, ну, грубо говоря, в месяц это 1050 гривен, а в год 12775. Как вы считаете, если каждый из нас будет тратить не на вредные привычки, а на свое здоровье, это хорошая инвестиция? Конечно. Задумайтесь об этом. Компания Rain не платит за продажу продукции своей, она благодарит за рекомендации. Поверьте мне, рекомендаций по поводу этой продукции хватит не вот так вот, а с головой. Рекомендаций и отзывов ваши личные, ваших близких. Ваша задача просто показывать это, и компания Rain будет вас за это благодарить. Так. Я стал сам официальным дистрибьютором тоже компании Rain после того, как увидел результаты от приема. А также помогаю развивать свою структуру и людей, которые находятся вместе со мной рядом. Где же мы можем размещать и советовать эту продукцию? Rain и социальные сети. Фейсбуком кто-то пользуется? Скажите. Пользуйтесь. Инстаграм. Кто пользуется Инстаграмом? Ну, да, Ютуб, Одноклассники, ВКонтакте, может быть, кто-то еще пользуется, да? Вот. Далее. Есть такой человек, Павел Дуров, который создал ВКонтакте. 5 лет назад он сказал, что рулили социальные сети, сейчас же рулят мессенджеры. Поэтому такие мессенджеры, как Viber, Telegram, WhatsApp, тоже у вас в руках. Так.